Мурка лижет Киру. Мурка — это мама Киры. Иногда она рычит на своих кошек, а иногда она их лижет. Но Кира обычно не лижет в ответ, а сейчас вроде тоже лижет. Ну-ка, посмотрим. Ну да, взаимно. Взаимная любовь. Вот такие у нас кошки дружные. Ты мой хороший. Умывают друг друга. Как долго ты? Думал, сейчас чуть-чуть снимусь. Не знал, успею снять, не успею. А у них он не заканчивается. Любовь, морковь. Вот они, мои хорошие. Ну все, все, чистые уже, Кира, чистые. Мурка не устал, ты, нет? Старается. И сама кайфует, Мурка сама лежит и сама мурчит. Ну ладно, хватит, все, заканчиваю съемку. То они что-то никак не заканчивают кошки. Вот такие наши кошки. Мурка Кира, а Кира себя. Правильно.